Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чедони, и сегодня у нас битва водолазов GTA 5 онлайн. Ребята, всем привет! В общем-то, ребятки, смотрите, у нас здесь прям настоящее происшествие. Копы собрались, зеваки, недалеко от берега затонул корабль, который перевозил просто лютые дорогие тачки. Да. И мы решили, пока копы тут зевают, пока, короче, никаких работ не происходит, максимально угнать самую дорогую тачку, прямо да, из-под носа. Да, поэтому, ребята, мы берем быстренько эти плавающие батискафы, да, Юрчик, да-да-да. И плываем, что-то в общем, в море. Он у меня просто как, не знаю, как лягушка какой-то бегает. Так, я, короче, залезаю в батискаф. Давай-давай. Короче, у меня примерно есть сводочка, вот столько вот точек, где примерно затонул корабль, надо найти его. Да-да-да. Нифига, ты просто ушушал. Так, ты что, короче, фары вырубай сразу же у нее, потому что очень слепит сильно. Ох ты, нифига себе. Слушай, ну это красиво было. Так, смотри, я уже вижу отсюда корабль справа. Ты видишь корабль? Да, смотри, какой он здоровый. Ой, я ничего пока не а вижу. А у меня вот тут корабль, короче, прям затонувший. Вообще обалдеть, какой он здоровый. А, да, нифига себе, вижу здоровенный корабль. А, офигеть-то, вот. Вообще шикардос. Нормальненько. Слушай, а как сделать цвет, чтобы он нормально светил? А то кому-то это похоже на нечто из какого-то, не знаю, фантастического фильма. Я не знаю, как сделать, братья. Так, я нашел первую тачку, между прочим. Да ладно. Да-да-да. Быстро. Да, случайно, кстати, заметил ее. Красавчик. Я ее сначала проплыл, а потом смотрю, что-то там в кустах. А что это такое? Это сено, так, что ли? Нужно спешить, пока. Нашло Феррари! Да ладно! Я, короче, не знаю, что я нашел, но это какая-то лютейшая тачка. Так, и примерная точка, братишка, да, примерная точка. Спешить, пока копы не поплыли вот эти машины утаскивать, потому что нужно реально спешить уже, братишка. Ну это да, это да. Тут, так, короче, быстро нужно действовать. Так, примерную точку еще одну посмотрел, здесь еще одна машина какая-то. Что это вообще? Это BMW, ты прикинь? Да, ну. Да, какая-то бэха. Нормально. Блин, а куда плыть? Так, у меня еще точки две рядом есть, надо посмотреть. Давай, я пока еще... Ой, я вижу, вдалеке машина стоит какая-то. Ну-ка, что это? Слушай, ну на самом деле очень лютые тачки перевозил корабль. Там, короче, слышишь, уже кажется, одну машину копы берут, потому что там, короче, сверху над этой машиной уже стоит какой-то корабль. Блин, а вот это хреново на самом деле. Так, я немножко, походу, из того радиуса выплыл, где... Собственно, короче, потом, я буду забирать Феррари. Слышь, а у меня касатка плавает. Да ну, нифига, главное кита не встретить. А что-то касатка маленькая такая, как тунец какой-то непонятный. Здорово, сейчас смотри, я забираю эту Феррари, вот видишь, стоит слева. Сзади вот. Нет, где? Я вообще тебя не вижу, если честно. Слева я стою, снизу, около корабля. А, да, вижу. Ага. Да ладно. Я забираю эту, короче, машину. Вот она стоит, видишь, обалденная. Обалденная, кстати. Блин, я, слушай, не знаю. Я примерные точки проплыл, я нашел только две тачки. И мне кажется, я вот эту все-таки заберу, которая возле корабля. Потому что она самая прикольная, мне кажется, будет здесь. Ну что, короче, ребят, мы цепляем эти машины и поплыли наверх. Да-да-да, сейчас я только до нее доплыву, все. Начинаем работать. И слушай, свет просто, если менты придут, можно их ослепить. Вообще имба на самом деле. Нормально. Ладно, ребята, всплываем наверх и, собственно, уже продолжим там. Погнали. Что ж, ребятки, вот мы и добрались до берега, и вы посмотрите, какой у нас сегодня улов. Просто обалдеть. Это что, это Феррари, да? У меня Феррари 812. Обалденно. Я, кстати, не знаю, что за тачка, какая-то Аполло, судя, короче, по значку я посмотрел. Смотрел, короче, в интернете быстро по смартфону. И что-то я даже, если честно, не знаю, что за тачка, но она очень лютейшая. Да. Так. Так, ну что, ребят, мы их прокачаем, да, наверное? Да, я думаю, что мы их прокачаем. Не надо, короче, от ментов подальше удрать, а то я смотрю, они стоят, на нас поглядывают со стороны-то. Да, такие, откуда они такие? Что происходит здесь, я вообще не понимаю. Что ж, ребятки, мы отогнали наши машины, теперь можно приступить к прокачке. Как всегда, у нас Lost Customs на улице. Собственно, почему бы и нет. Так, ну короче, что, Восана, не Восана, что мы ставим, какие колеса? Я пока не знаю, я, короче, сейчас тоже посмотрю, что есть, спорт, может. Не, ну я обожаю Восана, поэтому я поставлю себе Восана. Ва-ва-ва, слушай, такие колеса? Да. От Мерсов? Да. Чего? Нифига себе. Так, движок, тормоза, трансмиссия. Мне вот эти, кстати, нравятся, вообще не бодрые что такие. Что там у тебя? Не знаю, от Мерса какие-то. Такие спицы нормальные, да. Нравятся. Так, движок на максималку, конечно же, тормоза, трансмиссию. Слушай, мне кажется, это будет лютейше. Да, это будет люто, братишка. Это я тебе так сделаю, когда тебя выиграю. Ну-ну-ну. Так, броня. Броню не буду ставить. Мне кажется, броня это немножко лишняя. Ну да, почему бы и нет. Так, тонировочка, да. Знаешь, что у меня есть? Что у тебя есть? Смотри, короче. Опа-на, спойлер. Обвес, ну, у меня спойлер родной. Это очень даже неплохо.
меня все. Нифига ты быстрый. Так, сейчас я, короче, посмотрю, что поставить можно, чтобы она прям вообще лютейше смотрелась. Так, куда-то я перебрал немного. Йо, какая она лютая стала. Мне цвет вообще нравится, не знаю почему. Вот такой еще лазурный сделаю. Так, двери. Двери ломать не будем. Стекла мы сделаем. Тонировочку. Нет у тебя, что ли? Черная. А, нет, есть. Вот, черная. Лобашка будет. Катается, да? Эмблема банды. Банды нету. Ладно, не буду нажимать, а то сейчас вылетит что-нибудь еще. Так, турбо, ксенон. И, собственно, все. Все, авто готово. Ну, слушай, ты посмотри со стороны, отлично. Как смотрятся они. Да, вообще нормально смотрятся. Вообще супер. Машинки классные, ребята, и полетели на первое испытание. Да, ребят, погнали. Итак, ребята, тачки у нас уже готовы, полностью максимально заряжены. Осталось проверить их на испытаниях. Первое испытание у нас Drag Racing. Ну и что ж, ты будешь поджигать чем-нибудь сегодня? Ты делай, потому что у меня что-то рука не вылезает через окно. Так, рука не вылезает, а у меня гранат нет. Ладно, хоть у меня в кармане магазин всегда. Я, короче, липучку кину. А, у меня тут... А, не вылазит, ладно. Липучку кинешь? Да, на счет три. Раз, два, три. Нифига ты пушка, алё, молодой! А как же мой клаксончик печальный, алё? Ты себе вруби его. Да-да-да. Слушай, ну у меня зато изнутри салон такой вообще, блин... Нормально, футуристичный. У меня идет 170, прикинь, 180 идет. Ты что, угораешь, что ли? У меня сотку разогнало, а пол на полной максималке. Это что за читы? Нет, ну я не знаю. Тачка такого вида, как у меня, должна летать по 300, это точно. Просто в воде она испортилась. Ну, возможно, возможно, да. Там двигло залило, поршня, все дела. Да-да-да. Ладно, ребята, следующее испытание у нас будет дерби, поэтому пошли, помахаемся, посмотрим. Ну что, ребята, вот мы и находимся на дерби. Юра, кидай грену, мы стартуем по взрыву. Так, давай. Я хотел тебя кинуть, честно скажу. Ага, я понял. Так, и полетели. О май гад, что она творит? Что она творит? Ну это вообще ну, это, я даже выехать это не успел, просто... на самом деле. Давай еще раз. Да, давай дай раз, мне выехать хотя бы, а то это бред какой-то давай, собачий. Давай, дам тебе фору. Ну тут на самом деле не то, что фора, тут реально даже выехать не успел. Так, а где наша площадка? Ты улетел далеко. От меня убрали площадку. На самом деле Феррари прям вообще выжигает. Это чит какой-то просто лютый. Читачка полюбас. Так, давай, еще одну гранату кинул. Давай. Мил. Мне кажется, с пробуксовкой я вообще не поеду. Блин, я вообще, ну, не езжу, смотри. Так, чего? Понятно. Один-один. Решающий, давай. Как ты под тобой проехал? Подо мной? Ну, под тобой, да, проехал. Я вообще думал, что ты отпрыгнешь от моего переда, но что-то, видимо, пошло не так. Ну, давай, в принципе, езжай уже. Что-то. Так, все, я кинул гранату еще одну. Давай, езжай, доезжай. Давай. Так, все, я тоже выезжаю, поехали. Ну слушай, ну, мой нос лопаты-то в принципе работает. Да, у тебя нос лопата вообще. Но скорость, просто. Скорость, конечно, это зло у меня. Так. Ты смотри, что я делаю, Ты вообще на месте. Я за тобой даже не успеваю. Так, мне кажется, или у нас немножко машинки дрыгаются как-то. Да нет, вроде нормально. Блин, мне тупо не хватает мощей, обалдеть. Как я развернулся, сейчас вообще красиво, давай. Да, подстроился, я видел, да. Пола. Да, я даже не смотри, она даже не успевает пробуксовать. Да, я понял. Ну да, без шансов на самом деле для этой тачки. На самом деле, да. Ну неплохо, неплохо. Давай еще следующее испытание сделаем, посмотрим на максималку этих машин. Я полетели, ребят. Итак, ребята, заключительное испытание. Прыжок, получается, с трамплина. Ну и, собственно, поехали. Давай, давай, поехали. Блин, мне вообще интересно, моя хоть 300 наберет? Тут, мне кажется, нет. Посмотрим. Так. Просто кажется, нет. Офигеть. Просто 200, как стоячего просто. Да, 260-280. Обалдеть. 300. Ну это одна из читачек, надо запомнить, 320, короче. Феррари 812, ребят. Это все, я уперся в нее. Я просто уперся в максималку. Максималку, да. У меня, кстати, максималка 222 всего лишь. О май гад. Ну, короче, я около кубов сейчас буду. Наверное. Ну да, ты хорошо улетел. Я, короче... Поцеловал усы. Прямо в билборд, нормально. Ясно, но я вообще так около кубов не останавливаю. Да, Феррари вообще просто читерская чит-тачка. Да-да-да, ты так, где-то здесь ты.
А, я улетел, уже улетел обратно. В общем-то, да. Ребятки, вы сами прекрасно видели, какие мы тачки поймали. Кстати, пишите в комментариях, как вы думаете, что дороже, Феррари или все-таки Аполло вот такая вот крутая. Нет, думаю, что Аполло, потому что, типа, да, вообще, не раритет, точнее, а эксклюзивная машина, там, вроде бы, их всего одна-две в мире, там, от силы. Ой, ну тогда это почти под миллиард по-любому. Наверное, да. Скорее всего. В любом случае, ребятки, пишите цену, а также ставьте лайк, если вам понравилось данное видео, и не забывайте подписываться на каналы. Да, ребята, всем удачи и всем пока-пока. До скорых встреч, ребята.